Всем привет, канал Ирина Цветики. Огромнейший завоз орхидеек. Краснодар, планета лето. Сейчас будем смотреть, я так пробежалась уже. Смотрите, море. Море орхидей. И, конечно, белые, сиреневые. Принц леопард. А вот приятный сюрприз. Мне, кстати, очень давно просили. Наконец-то я смогу купить квинкис. А вот такой бегрипчик. Тоже просили. Утром написали, отказались. Ну, в общем, не знаю. Какой-то другой, в другом магазине у кого-то увидели. Просто я хочу сказать, даже если вы увидели у кого-то в обзоре, это не значит, что он будет стоять и ждать меня, когда я приеду. Да, я вот выезжаю снимать завозы. Конечно, люблю особо праздничный. Смотрите, какая прелесть стоит. Бегрипчик. Маленький, правда. Немножко замусоленный. Но проходимость в магазинах, особенно вот сетевых, она очень большая. И поэтому вот я сняла, вышла, и тут же бывает и при мне покупают то, что я снимаю. Поэтому гарантий таких особых нет, чтобы кто-то показал, бывает в завозе. Может, сам взял, может, тут же зашли купить. Редкие орхидейки, конечно, они не стоят долго. Это надо, чтобы вам повезло, мне вернее, чтобы я приехала прямо вот завоз в завоз. Там пиратик стоит. Вообще много интересных. Глаза разбежались. Ой, наконец я смогла найти девочкам и мальчикам. По-моему, второй мальчик у меня Манхэттен. Вот такой красивый мутантик. Так. 1300 рублей. Не знаю, может быть, весь мир. Может, где-то пойдется другая цена. Ой, я, наверное, слишком быстро иду. Они, знаете, вот глаза-то смотрят дальше, дальше. Надо немножко помедленнее показывать. Хочется ж увидеть, что там еще. Вот такие ряды прорежены. Видимо, завод был не сегодня. Это я вот с утречка приехала. Романс. Такая пышная грусть бегличков. Еще один квинки нам такой. Слегка замученный. Так, вот я пробежалась. Пойдемте по второму разу. Посмотрим. Нежно-нежно. Что-то из желта с розовым. А вот просто желтенький бегут. Венозник. А этот более светленький. Зато губа у него красивая, вырезная. Ну вот Манхэттен еще один нашла. Да, их сразу полили. Не успела я на сухие. Мальчик. Розовый дракон.
похож на Манхэттен. Так, что еще посмотрим? Майю давно не видно. Вот какой-то похож на майю, но язычок другой. И крупнее, бледнее. Ну, вот один, но он такие мелкие цветочки, хотя вот корневая, правда, залитая. Ну, достаточно много корешков. Как вы понимаете, здесь можно ходить и ходить. Да, всех с наступлением весны. Это я забываю поздравить. Пережили мы зиму. И вот теперь награду такой шикарный завоз. Ну, цветочки повторяются, конечно. Помидоры. Ну и я тоже перемещаюсь тут. Выбираю девочки довольно много вот людей. Новый арт. Я так понимаю. Поэтому бессистемно снимаю. Конечно, слегка. Шоки от такого количества, давно уже за зиму отвыкли. Красавица с оранжевым язычком. Такой бельчик. Черная повозка не выходит из моды. А там еще один стол с орхидеями. Давайте пойдем туда. Тут как бы уже повторяются. Что, попугайчик такой с резными краями, один лепесток даже с защипчиком. Это очень слабая мутация, скорее всего, она. Если повторится через раз, Карина Алоха вот. Это он только на одном же лепестке. Много миничек. Вот тут даже пилоры есть. 1000 рублей. Ну, хорошая розетка. Корневая. Кто попкорном называют, кто еще как. Вряд ли это попкорн. Попкорн чисто белый. Ну вот кто-то мне писал. Ой, отлично. Компактная розеточка. И хорошая корневая. Молния. 1800 рублей, 20 носа. Башмачки. Башмачки такие небольшие розетки, две, по-моему. 1900 рублей. Американский гибрид. Ну и этот тоже просто выцветает, немножко желтеньким смотрится. Дасти Белль, смотрите, даже есть.
в Миксе. Парфюмерная фабрика. Будда. Будда почему? 1800. Ну, почти как на рынке. Вот, впервые вижу сингала, вроде как бы, но много цветочков. И на дуге 1900 рублей. Вот их толстенькие корни, розетки, но уже сделаны не одним цветочком, а каскадом. На дуге. Пятнашки. 2300 рублей. Без одного рубля. Ага, вот беглипчик, который хотели. 300. Хорошая корневая, ну конечно на рынке одну, там с двумя цветоносами, отборные такие, да, они очень дорого, скажем так. Теперь мы его не ищем, теперь мы ищем желтый такой беглип. Но я напишу, конечно, сейчас съемку закончу, потому что, ну, закон подлости, когда ищешь один цветочек, попадаются хорошие другие. Как только ты его перестаешь искать, они тут же их везут, и много, и на каждом шагу. Так, камбрии мы не смотрели, да? Камбрии 1600 рублей. Ну, хорошие такие бульбы. Прям пузатики с росточками новыми, с корешками. Так, а тут вот такая красоточка отвернулась от нас. С оранжевым язычком. Ну, наверное, вот такая же. Вот. Очень красивый, как будто лампочка светится внутри. Дикий кот с одним цветоносом. 2300. По-моему, один цветонос. Да. Ну, они тут стояли за такую цену. Вот еще с этой стороны. Которые были сингл, я так понимаю, но их решили выпустить полный цвет. Так, я тут уже удалилась, девочки выбирали. Это не бабочка, нет, это просто кудрявый вот такой минечка. Бургунди. Похоже на попкорн. Хотя я не крупный специалист. Вот попкорн брала, ну, уже года 4 назад. Вот, ну, точно, что был попкорн. По-моему, даже с названием, с надписями. Но с тех пор такого нет, чтобы было название прямо подписано. Цимбидиум мы посмотрим. Ну, тут можно ходить полдня, конечно. Такие подарочные наборы. Красиво уложены. 4890. Ванда, ванда в вазе, по-моему. Корней очень много. 8990. По-моему, два цветоноса даже. Очень пышный кустик.
цимбидиумы крупные. Меня вот спрашивали белый. Но белые тоже бывают крупные. Цена вот 300-900. Ну, пока белых не вижу. Ну, мы договорились на айс-кассикат. Он, конечно, помельче цветочки, но и поменьше горшочки, он как мини считается. Тут смотрите, для пересылки это очень тяжело. Мама магия, магик, расцветка. Обзор, да? Да. Зорко-зависимый. Вот такой розовый. Очень красивый, не очень крупненький, но красивый. Вот очень крупные. Такие жирненькие, сочные. Прям красотулечки. Но он большой. Вот такой ты хочешь? Ну, цены я показала, да? Примерно так. 300-900. Ну, весь магазин, конечно, в цветах. Красота неимоверная. Это я уже к выходу прошла. Надо пойти снять вначале. Вход в магазин очень красиво. Еще один стол с орхидеями. Прямо с первыми днями весны. Такой... Да, за зиму уже отвыкли. Конечно, от таких грандиозных завозов. Неоны. Карнавал. Ну, тут повторяются, конечно. Но все равно приятно, что много. Вот такая красотища. Цикламины, наверное, 649 рублей. Так, вот еще много дендробиум, правда беленький только. Дендробиум мобили. Ага, вот цена. 1600 рублей. Уже его зовут Star Class почему-то. Ну, нам не важно. Так, да, вот 2500 коты, даже с двумя цветоносами. Ну, тут они из точки роста, я так понимаю. Все. Ну вот, и не могу не заснять. Пеларгония. Такая красота. И в таком количестве. Очень красивый. Так, может, кто-то интересуется. 549 рублей. Ну, тут у нас под музыку. Комментировать, в принципе, нечего. Красота она и есть, красота. А мне еще трудно пока разговаривать. Посмотрите под музыку. Цикламины. Ой, махровые, какие красивые.
Всем спасибо за просмотр канала Ирина Цветики. Ну, я думаю, еще сюда вернусь. Тут можно ходить и ходить. Спасибо всем. С весной всех нас. С цветочными завозами. Вот, как видите, первый такой шикарный. Пока-пока. До свидания.